Всем привет! Распакуем очередные посылочки с AliExpress. Так, это у нас собачья одежда. Здесь у нас два тонких комбинезона. Уже у меня такой комбинезон был. Года два назад я покупал. Отлично себя он зарекомендовал, отлично носился, немного поисходился, поэтому решил обновить. Стоит тоже недорого, около $3. Вот такой дождевик, водонепроницаемый, с капюшоном, на кнопках. Вот эти полоски светоотражающие, с такого материала светоотражающего. Вот, и заказал я их два. Один XL, а другой L. Вот, вот здесь есть на бумажке XL. Так, а здесь L. В общем, отличный комбинезон. Я иду с собакой гулять. И прям потом мою под душем. Прям поливаю по нему. И собака сухая. Комбинезон отлично защищает от дождя и влаги, росы по утрам, и он не жаркий. Вот утром одеваешь, и нормально, собаке не жарко. Я еще сразу проверю второй. Качество здесь довольно-таки хорошее. Все швы, все сделано аккуратно. Несмотря на то, что он стоит всего лишь $3, у нас такие комбинезоны гораздо дороже. Ну, я думаю, у вас тоже. Все вроде бы здесь в порядке. Идем дальше. Здесь, наверное, тоже собачья одежда. Да, я примерю обязательно все покупки. Так, здесь 2XL. Почему такие разные размеры для одной и той же собаки? Потому что так шьют. Нужно смотреть внимательно их таблицу и выбирать. Значит, у меня собака Шицу, 5,5 килограмм вес. Там есть таблица, длина и объем шеи и живота. И вот по ней выбираете. Этот комбинезон на зиму. Тоже здесь баллоник, а здесь такой флис на кнопках. Капюшона нет. Вот такой воротник и вот такой рисунок. Сейчас оденемся и покажемся вам во всей красе.